Налоговая служба напоминает: срок уплаты имущественных налогов для граждан не позднее 1 декабря. Налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, НДФЛ, неудержанный налоговыми агентами. Налоговое уведомление придет в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом через Почту России. Не получили уведомление? Обратитесь в налоговый орган. Можно произвести уплату посредством единого налогового платежа. Подробнее на сайте www.nalog.gov.ru. Контакт-центр ФНС России 8 800 222 22 22.